Сейчас разрешают однополые союзы. Какие однополые союзы? Так это же наши друзья. Не хотела бы я иметь таких друзей. А давайте их позовем, что они на скамейке, как алкоголики. Я где-то читала, чтобы умереть, надо мужество. А чтобы жить, надо еще большее мужество. Совершенно верно. Я поняла. Это мои стихи. Я же говорю, я поняла. А что вы еще поняли? Да ничего я больше не поняла, только то, что они ваши. Ну что вы меня колите? Все как сговорились. Послушайте, если у вас не все в порядке с нервами, вы обратитесь, пожалуйста, к психиатру. Что вы меня к психиатру посылаете? А потом в друзья... А возьмите меня в ваш коллектив. С вашим это бабочкой. Это исключено. Эти встречи так полезны, они так спаивают коллектив. Ну, только, пожалуйста, не в рабочее время. Но сегодня же выходной. А давайте я вам свой сон расскажу. Ну, вы же сами посылали меня к психиатру. А с недавних пор я стала опасаться людей.